Саш, ты где? Я здесь. Ты еще не переодета? Давай быстрее, мы опаздываем, Саня. Я сейчас. Пусть ребенок знает, что его папа капитан. Не нравится? Нравится. Собирайся. Все хорошо. Даже более чем. Угу. Пол знаете? Нет. Нет. Мальчик. Мальчик. Да. Спасибо тебе. За что? За терпение. Я понимаю, что был не самым заботливым мужем. Теперь будет все по-другому. Я тогда тебя сейчас домой завезу. Сам к ребятам на судно заскочу, хорошо? Хорошо. Никого мы сюда не будем. Валя! Аврал, капитан, идет! Все, давай! Устройся. Давай. Давай, принимай. Здорово, мужики! Здорово! Здравствуйте. Мы уж думали, вы о нас забыли. А, забыли, что у вас. Здорово, здорово, чиф. Привет, Андреевич. Ильич, давай, сварганить по-быстрому что-нибудь. А, кальмарчики. Вам как, с чесночком приготовить или это поджарить, или, может, в тесте? Как Ильич, хочешь. Ильич, Ильич! Делается. Партейка за мной. Отходную праздновать будем. Леонид Андреевич, вот тут ребята говорили, жалко с вами расставаться. Не, мне, конечно, тоже жалко, но я вот что хочу сказать. Правильно поступаете. В жизни должны быть перемены. А я считаю, что бывших моряков не бывает. Не перебивай, салага. Боцман говорит. Так вот, Леонид Андреевич, желаю вам удачи в вашей новой жизни. За удачу. Ура! Леонид, ура, Андреевич, ура. Леонид Андреевич. Погоди, Толя, дай хоть выпить. Я быстро. Леонид Андреевич, счастья и удачи вам с вашей женой. Честно говоря, я вам немного завидую. Она у вас такая классная. Хорошо, приняли на борт. Нормально. Здрасте. Здрасте. Здрасте, тетя Валя. Здрасте. Имею право. Я теперь сухопутная крыса. Как так? Вот так. Да это и спички, и те. А здесь не курят? Я просто... Тетя Валя. А где моя жена?
ждала тебя к ужину, а потом пошла спать. Да? Угу. Все, я тогда пойду. Ну, нет, стой, подожди. Мне неудобно. Федя, мне неудобно. Федя, иди, возьми. Чуть-чуть, Валя. Два стакана, лимон и спать. Теперь скажи мне, только нормально, почему ты решил завязать с морем? Ты любовь. Долг и ответственность. Ну, вариант. Вариант. Красава. Я тебе не могу представить ни в море. Я тоже. Ну, как-то живут они. Я знаю, чего боюсь. Ты же его возненавидишь после этого. Не бойся. Это же мой выбор. Это выбор, да. Выбор это да. Но я не могу понять, почему. Чего почему? Ну почему? Чего почему? Ну, почему? Ладно. Ладно. Но это очень большая тайна. Тайна? Тайна. Блин, тайна должна остаться тайной. Я не буду слушать тебя. А что ты тогда спрашиваешь? Нет, послушай меня, послушай меня. Так, Петя, я не буду тебя слушать. Леня, я не слушаю тебя. Да. Конечно, если бы не Саша, я бы не ушел с судна. Не ушел. Цветочный бизнес. В бизнес? Да. Со мной и Есенин. Цветочный? Да. Федь, ну, у меня таких помощников, как ты, никогда не было. Брат, муж и не будет. Будет. Ну, это реально золотая жила. Серьезно? Да, а все он не понимает. Я понимаю. Алло, спать. Делай сам. Какой адрес? Это тебе машинку вызову. Не-не-не, Федь, ты че? Ты же мой друг. Ты гость. Иди в гостиную спать. Делается. Пойдем. Пойдем. Уходи. Я закурчу. Идем. Леонид Андреевич, ты серьезно насчет цветов? Федя. Я понял. Тихо. Чего ты?
Я ухожу, потому что не хочу лишать тебя главного в твоей жизни – моря. Море ты любишь больше всего. Это мое решение. И ты тут ни при чем. Когда наш сын родится, ты сможешь видеть его, когда захочешь. Христофор? Я-то знаю, кто я. А вот кто ты? Я Саша. Саша. Вы нормально себя чувствуете? Нормально. Нормально. А свалишь, штормит. Так, вам хватит. Дайте сюда. Алкоголь – это враг. Но врага моряк должен уничтожить. О, нормально. Нормально. Вставайте. Вставайте, вы простудитесь. Вы вон весь мокрый. Где вы живете? О. Я вас провожу, пойдемте. Нормально. Полный вперед. Она слышала наш разговор. Да я понял уже. Девушка, нам нужно такси. Мама дома. Чай, кофе будешь? Покрепче что-нибудь налей. Какие новости? Леня решил на берег сойти. Ой, как хорошо. Mm. И чем он на суше будет заниматься? Вот. Новый бизнес капитана. Меня взял долю. Он меня спросил, оно мне надо. А это что такое? Это тот чувак, которого он просил пробить. Интересно. Интересно. Собственно, после этого он и решил остаться. Оно мне надо. Всю жизнь так. Вот что ты разорался, а? Ну что, Сима туда, Сима сюда, печенка уже сидит. Все, мам. Ты завтра дай мне знать, как к Лене в офис поедет, хорошо? Зачем? Моряку не холодно. Моряку свежо. Thank you.
Алло, 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 Саша, Саша, Сашенька. Родная моя, где ты? Алло, алло, ответь, алло. Саша. Ответь мне, пожалуйста, Сань. Чё, нашлась? Она в порту. Я и правда не могу без моря. Я знаю. Валя, что-то на брат не похоже, чтобы он так долго спал. Они вчера с Федором немного выпили. А, тогда понятно. А Саша, что не вставала? Нет, не появлялась. Хотя она ранняя птичка. Ловишь? Ну давай, 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 давай! У тебя есть голова на плечах, а? Нет. А, оно и видно. Саша, тебе же нельзя так прыгать. Идите, идите скорее завтракать. Понятно. Спасибо. Мне больше достанется. Вкусно? Спасибо. Цветы в вашем саду? А с каких это пор ты увлеклась разведением цветов? С тех пор, как это стало бизнесом Лёни. Кстати, ты знаешь, что он в море больше не ходит? Наверное, из-за Александры. Мам, ты такая чуткая. Спасибо. А что я такого сказала? Лёнь, я лопну. Не лопну, ешь. Ешь. Вкусно? Угу. Ну, ой, как я не хочу работать. Лёнь, это не в правилах капитана? Слышал? Не в правилах капитана. Так, собрался, встал и пошел работать.
Пойдем-ка, поможешь мне. Пойдем? Спасибо. Что, расстроился? Почему? Нет? Я слепая. Жениться тебе надо. Посмотри на Леню. По-моему, он счастлив. Я рад за него, что он счастлив. Правильно. А твоя большая любовь еще ждет тебя впереди. Моя большая любовь – это твои сырники. Молодец. Обещаю, я быстро, туда и обратно. Что быстро, вырастешь цветы? Да, вырастешь цветы и достану звезду с неба. Морскую? И морскую тоже. Иди домой. Че, влюбился? Ага. Прикинь, собственно, жену. Здравствуйте. Я жена Ермоленко, Николая. А, да. Прошу, проходите. Это я вам звонил. Здрасте. А как вас зовут? Екатерина. У вашего мужа субарахноидальное кровоизлияние. А что это? Скорее всего, он останется парализованным. Как это? У нас огород, хозяйство. Я козу продала, чтобы сюда доехать. У меня денег на взятки нету. Идемте за мной. Чем конкретно в эту минуту я могу помочь? Ну, смотрите, у нас нет полива в оранжерее. Надо полив, все, парень, где у вас офисы здесь? Ну, давай провожу, дядя. Прошу прощения. Пойдемте. Что вы, барышни, такие тяжести таскаете? Не надорвете? Ну, держи. А как вас зовут? Федор Кузьмич. А меня Антонина. Приятно. А что вам в офисе надо? Я вроде как на работу к вам устраиваюсь. Вот вам сюда. А, спасибо. Ни пуха, ни пера. А портфельчик? Спасибо.
Дайте воде отстояться в течение нескольких часов, затем поливайте. Дальше. Регулируйте влажность воздуха. Для большинства комнатных растений оптимальная влажность воздуха 60-70%. Недостаток влажности летом не вызывает осложнений, да? Здоров. Здравствуйте. Ну что, Семен, позвольте вам официально представить нашего директора. Федор Кузьмич, Фролов. Прошу любить и жаловать. Федя, здорово. Здорово. Присаживайся, пожалуйста, на свое рабочее место. Ух ты! Давай-давай. Не понял. А что тут понимать? Мы же с тобой давно директора искали. А-а-а. Лучше этого парня мы не найдем. Ну да, в принципе. Поздравляю, Федор Кузьмич! Спасибо. Спасибо. Коль, ну хватит дурить, да хватит. Вставай, поехали домой. Его можно перевозить только в специальной машине. А, у нас нет денег. Я поговорю с начальством, чтобы помогли организовать транспортировку. Колечка, да что же это происходит, а? Да что ж там такое горе, а? Ваш муж был в состоянии сильного алкогольного опьянения. Скорее всего, его просто ограбили. Оставили только паспорт. Мы в полицию, конечно, сообщили, но сами понимаете. Зачем полиция? Не надо нам полиция. Нет. Колечка, скажи, это из-за Шурки всегда. Коль, Валеркин? Сашенька, привет. Привет, тетя Лиз. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Хорошо, как никогда. Ты вся светишься от счастья. Ну, что там, рассказывай. Ну, помните, вы говорили, что любовь приходит разными путями? Да. Ну, так у вас с Леней все хорошо? Ну, знаете, он оказался такой... Ну, даже себе не представляете, какой. У нас будет мальчик. Сашенька, как же я рада за тебя, за вас. Сейчас Димке расскажу. Он будет на седьмом небе от счастья. А у нас тоже новость. Да, какие? Мы пошли на курсы приемных родителей. Ну, здорово. Скоро у нас у всех будут дети. Мы с Леней и с малышом обязательно к вам приедем. Да. Ты знаешь, твои родители, наверное, сейчас улыбаются. Поливочная система контролируемая. Ага. Постоянные 24 градуса. Ну и ультрафиолетовые лампы. Не вредно это? Не вредно. Федь, смотри. Фиалка. Запомнил? Да. Ну, это орхидеи. Мамины любимые, помнишь? Да. У нее их было море. Да? Напоминаю море. О, осторожно. Девушка, вы не надорветесь. А я спортсменка. Это уже, кстати, проверенный кадр. Мальчики, а у вас тут так уютно. Я и не знала. Не против, если я разбавлю вашу мужскую компанию? Ну, а ты здесь что делаешь? Пришла устраиваться на работу. Интересно, кем? Разнорабочий? Ленечка, ты меня недооцениваешь. Думаешь? Федор Кузьмич, вступитесь за девушку. Ну, я сегодня сам первый день, но... Можно поговорить с тобой наедине? Так вот, ради чего ты решил сойти на берег, да, Лень? Или есть еще причины? Есть.
Лень, я знаю, что ты еще ко мне что-то чувствуешь, как и я к тебе. Подожди, ты меня соблазняешь, что ли? Я люблю Сашу. Люблю так, как никогда никого не любил. Лень! Да, я понимаю, что у нас с тобой все в прошлом. И я очень рада за вас, Саша. Надеюсь, она сможет дать тебе, что я не смогла. Прости, что не смогла родить тебе ребенка. Я очень хотела, правда. Но это уже не моя вина. Да не мучайся ты так. Я уверен, что у тебя все будет хорошо. Не только у тебя своя жизнь, а у нас своя. Договорились? Лёнь. Что еще? Ну, помоги мне с работой. У меня никого, кроме тебя, нет. Ты ничего не умеешь. Что ты будешь делать? Что? Ну, не знаю. Я научусь. Лёня, ты же знаешь, как мама болеет. Ты знаешь, что я теперь одна. Я. Хорошо. Фёдор у нас занимается подбором кадров. Иди к нему. Ты не против? Я не против. Иди. Спасибо. Что она приходила? Говорит, что работать хочет. Серьезно? Угу. Мария жжет. Да. А где Федь-то? Ну, к себе пошел. Штурмует штурманские карты. Ну что ты прянул? Ну не старпом, а старпень. Ну не врубайся в эти программы администрирования. Как? Ну-ка. Как выйти вообще? Смотри. Так, Юля, 102. Алло, Юль. Да, смотри. Значит, на завтра утро вызови айтишников. Угу. Хорошо, давай, пойдем. Все, проблема решена. Мудро. Угу. Федь, мы с тобой еще голландцам наши тюльпаны продавать будем. Вот. А помнишь, как мы в позапрошлом году из Голландии тюльпаны тоннами вывозили? Да, помню. Ладно, смотри. И читаешь. Да. Понял? Ну, а ты? Чего? Маме на брошюрку проштудировал. Какую брошюрку? А, понятно.
А, бля. Да, Саш? Лёнь, наш малыш столкнулся в первый раз. Да ты что? Ничего себе! Санька, это надо отмечать. Все, давай, выезжаю. Беру шампанское и икры. Давай, мы тебя ждем. Все, пока. Люблю. Че там? Что? Толкнулся? Да ты что? А? Прикинь? Ну ладно, парни, давайте. Давай. Ладно, читай, я к себе. Дорогие покупатели, на втором этаже нашего торгового центра открылся новый бутик брендовой одежды «Beauty Inn». Известные марки со всего мира порадуют самым взыскательным любителям одеваться модно и со вкусом. Каждую неделю мы пополняем нашу коллекцию стильными новинками и ждем вас с 10 утра до 10 вечера. Лев Николаевич? Садитесь. Необходимо собрать всю информацию об этом человеке. Чем занимается, где сейчас находится. Это все, что у вас есть? Да. Описание личности, особые приметы, детали из прошлого. Это все. В таком случае это обойдется вам недешево. Сколько? $5000. Хорошо. Ну, только вы понимаете, что это нужно сделать в максимально короткие сроки и при полном соблюдении конфиденциальности. Поверьте мне, об этом не узнает ни одна живая душа. Кстати, если вы вспомните еще какие-то детали, это очень упростит дело. Угу. Вас подвезти? Нет, спасибо. А потом ты мне даришь вот такой вот огромный букет альстромерий. А потом мы отшвартовываемся, плывем на яхте. Ты понимаешь, грот, а я у штурвала. И волосы у меня так, как в кино развиваются. Ты же так красиво. А наш сын? А я его почему-то не видела. Ну, потому что я тебя раньше времени разбудил. Да? Ну, да. Погода хорошая. Угу. Поедем на море? Да, поехали. Поедем на море. Рассказала про свой сон. Я понял, что у нас кое-чего не было. Чего? Свадебного путешествия. Ну, это надо исправить. Что, прямо сейчас? Нет, сейчас. Дождемся. Пойдем, пойдем. На яхте с белыми парусами? На яхте с белыми парусами. От тебя. Лёнь, ну зачем ты меня так балуешь? Я хочу тебя баловать. Я хочу тебя баловать всегда. Спасибо.
Ну, может быть, еще какие-то желания? Да. Я хочу, чтобы мы всегда были вместе. Будем. Федор Кузьмич, можно? Да, проходите. А я резюме принесла. Слушай, Федь, а я не знала, что ты такой. Какой? Ну, такой. Ты мне всегда нравился. Это мне. Теперь я понимаю, что это не просто симпатия. Спросить, почему я решил все сделать именно в этот момент? Хочу. Хочу. Ну, потому что теперь это не помешает твоей дружбе с Леней. Он женат, счастлив. И мы можем не скрывать своих чувств. Вернись, вернись. Зачем? Не надо переодеться. Одеться. Зачем? Надо Семена разыскать. Зачем? Хочу устроиться к нему официанткой. Ты официантка? А что такого? Мне сейчас нужна работа. Почему бы не начать работать официанткой? Да ладно, ну... Думаю. Маш, я не хочу, чтобы ты шла в официантки. Ой-ой-ой-ой-ой, а что за предрассудки такие вообще? Ну, потом, знаешь, у меня сейчас нет другого выбора. Да, слушай, ну, выбор есть всегда. Давай, я что-нибудь придумаю. Я поговорю с Леней, и если хочешь, мы устроим тебя на работу к нам в Цветы Юга. Правда? Да, я завтра поговорю. Вау! Доброе утро. Сюрприз.
А знаешь, за все время нашей супружеской жизни Леня приносил мне завтрак в постель всего 2 раза. На мой день рождения, на 8 марта. И то только потому, что не был в рейсе. Я готов приносить тебе завтрак каждое утро. Феечка, я знала, что так скажешь. Да? Потому что ты лучше, чем он. Маш, я не лучше и не хуже, я другой. Я вот только одно не могу понять. Почему такой интересный мужчина, как ты, всегда в его тени? Вечно второй, вечно на подхвате. Не капитан, а помощник капитана. Ну, я старший помощник. Ну, и капитан. Ну, моя жизнь ведь еще не закончена, правда? Федь, твоя жизнь только начинается. И это будет совсем другая жизнь. Еще один разочек. Ну, я тебя очень прошу. Ну, я очень хочу, ну, пожалуйста. Ты слышишь меня? Эй. Федя просит, чтобы я пораньше приехал на работу. Значит, приедешь. Значит, приеду. Ок. Так, нужно. Слышишь? Угу.